Всем привет, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Так, мы продолжаем с вами Икарус. В прошлой серии мы с вами так позанимались, как бы вернулись на планету, я погиб, то есть, ну, поэтому видео не было, вот, и занимаемся миссией, то есть осталось 3 дня, 24 часа для выполнения миссии. То есть, здесь я погиб, там и первой серии, здесь мы находимся, здесь челнок прилетел, в общем, такая вот территория. Открыто, загасили меня дикие звери. Так, что у нас? Просканируйте точку 1. Доберитесь до отметки на карте. Взяли, установите станцию. Активируйте станцию. Так, нам необходимо вот... так, у меня ран. Так, секунду, снаряжение. Устанавливать, использовать простые бинты. Так, бинты. Создадим. Так, восьмерка. Вот. Есть идея пойти туда попозже, то есть часам 3, допустим, через 3 часа. Либо сделать сейчас так, 9. Так. Ягод поем. Так, сделать. Так, секунду. Блин, не хватает, да? 20 мех. 4. Блин. Короче, тот волк, которого я не загасил в прошлой серии, блин, сожрал моего волка, с которого должен был добыть мех. Но я боюсь, что там медведи, и против медведей очень тяжело. Вот кто это сейчас дует сейчас? М? Где он, блин? Блина не видно. Есть идея обложиться кострами вокруг станции. Ну, чтоб сразу не убили. Пусть они как бы сгорят. Так, а мех мне только у волков можно искать, да? Либо у кого? У тюленей? У тюленей, говорю. У оленей? Олени, тюлени. Там кто? Смотри, там что-то горит. Опять это луна, опять не пойми что, опять какая-то похожая планета. Так, можем урон нанести? Все, ну как? Так, вид от третьего лица, блок как ставить? Угу. Я подожду утро. Спешить нам некуда, в принципе. 3 часа. Может даже сгореть. Ой, сгореть, говорю, отправить. Жарится это мясо. О, видите, залез. Вот иногда непонятно, иногда он залазит, иногда нет. Вот это меня погубило в прошлой, ну, как бы в той серии, в той ситуации, когда я записывал, а видео не сохранилось. Загасили меня. Короче, я вышел из игры, а видео продолжалось, и там что-то слетело. И говорят, все, пошел нахер. Видео типа не могу восстановить, так. Что там с нулем? Смотрите, что с температурой? Рядом, не рядом, типа. Короче, там есть мишки, которые, видимо, вылезли из пещеры, и сказали мне, хера ты тут делаешь, дядя. Так, мне нужно сделать лук еще один. Ночью просто драться с ними не варик вообще никак. Светает здесь. Часиков 6, по-моему, да? Или в 8 даже.
Ладно, будем качаться. Что нам ставить? Давайте 12 уровень сделаем. Так. Ё-май. Что за говно? Так, надо мясо пожарить. Чем забыл. Чтобы задние подошли. Так, сейчас мы вооружились, в принципе. У нас есть поесть, есть все. Там, а там, интересно, сохраняются предметы, я вот не знаю. Так, стрелы еще возьму. 100. Видишь, килограмм убавляется, оружие прибавляется, все. Так, время уже 3 часа. Давайте дальше. Добывать, так сказать, опыта. Так, если мы как бы на разведке, то я думаю, что нам нужно будет прокачивать какой-нибудь ближний бой. Чё ты машешь там? Чё, вроде в камень попадаем, не? Странно. Работает. Так. Сейчас добудем очки, подумаем, куда их потратить, на что точно. Так, 63. Прям не создаем. Чисто стрелы я прям издалека буду. Залезу на какой-нибудь камень. Буду гасить. Кто там пришел к нам в гости? А? Кто это только что сделал? Кто здесь, блядь? Так, мясо жареное есть. Лично. Вот, блин, флягу бы где-то сделать. Термос, так. Как раз к утру сделаем это. Я думаю, 12 левела достигнем. В принципе, не так сложно здесь прокачиваться, но вот чисто муторно. Кислород вроде заканчивается. Ну да ладно. Что-то вроде есть. Во.
Готово. Так, а там что мы можем сделать? Так, херню эту создаем. Так, еще раз создаем. Так, что, погнали. Ранг второй. Не знаю, что деревянный шкаф, он нам нужен, нет вообще в будущем. Так, вот, боди возьму себе. А есть типа удар, мощный тычок. Наковальня. А где мне сделать эту? Так. Ксит, не знаю, на кой нам это. Так, это что? Сигнальная сторона. Ну, а зачем я играю один, в принципе? Это что такое? Улучшать сторону... Не понимаю, на это что это? Бежи какие-то бамбуки, ладно. Кулинарная станция, не знаю, нужна она нам или нет вообще. Так, камин, это что, куда? Давайте сделаем, пофиг. Пока в бою, тычок. Наверное, надо было все-таки со стрелами как-то повозиться, чтобы издалека гасить. Угу. Ну ладно, я думаю, что в следующий раз как раз сделаем, прокачаем бой. Да, я думаю, что можно выдвигаться тогда. Не, давайте в 7 часов утра пойдем. Так, а пока покачаемся опять. Тут говорят, до 40 уровня можно прокачаться, да? Так, ну хорошо. Качнемся. Что-то время 23 дня, 24 часа, я думал, у нас тут прошло уже больше часа. Это какое-то игровое время или что, или нормальное время? Непонятно. Хера не вижу, куда бью, блин. Какие-то, короче, землекопы ночные мы с вами. Не забыли, это как выбор. Да. Кто там? Шахтеры, которые камни долбят. Вот. Ночные, правда. Хотя у них, наверное, там спускаешься ночь, поднимаешься ночь, работаешь ночь. Нам пригодится снаряжение. Палка-палка, яка-палка, да? Так, что это можно сделать? Создать. Создадим. Пожалуйста. Тоже создадим. Пойду пока палку нарву. Палок нарву, точнее, по-русски.
Не, олененка я трогать не буду, не надо. Так, чё? А камней не хватает. Ладно, хер с ним. Называется парадокс. Так, чё? Так, 7 часов. Я предлагаю тогда выдвигаться все равно в ту сторону. Так, сейчас водички попьем и пойдем. Так, карта. Так, олени. Мы ж тут были, по-моему, нет с вами? Так, снаряжение сразу положим. Ворот. Так. Да подожди ты. Махать. Пригодится. Так, предмет сломан. Конечно, что мы сделаем? Выбросим. И возьмем новый. Пошел я. Так, отсюда поднимемся. Должны, по идее. Такое ощущение, что мы здесь были уже, нет? Нам туда надо. Так, что за фрезы? Тормозите. Нужно быть готовым, короче. Да. Соевые бобы, блин. На кой они мне? Так, кислорода мало надо добыть. Да похер. Если что, будем жить в этом, в камне. Так, блин, ну чё-то не... Ну, как, тупизна, короче, какая-то. Вроде наводишься, он даже не может попасть по ней. Что у нас где? А, это кролик, я думал волк. А если будет что, мы помрем, что ли? Не буду я переждать, мне нужно это. Вот на олень. Поближе к базе подойдем. И там, возможно, это сделаем убежище. Так, олень, давай, веди меня.
Мы с оленем идем, короче. Ой, блядь. Так. Где-то здесь, короче. Это я рубил, наверное, скорее всего. Тут какие-то хищные звери вылезли и вломили мне. Есть эти? Булыжники. Чтобы укрыться в них. Так, где мы? Близко? Ну почти, да, где-то там я помер. Времени должно хватить, по идее. Задница пока наружу, хоп. А, ну все. Смело можно здесь жить, да. Снижение. Так, Оксид, что ты задыхаешься у меня? Так. Ремесло, поставлю костер. Главное, не сгорит самому, воды рядом нет. Так. Хорош, я в домике сижу. Такс. Так, пойду-ка я схожу все-таки. Вроде должно хватить нам. Так, блин, не тормози. Я увижу свой костер, ты отсюда, нет? Надо было где-то здесь, наверное, сделать. Ага. И что мне с этим делать? Ого. Короче, пришли звери и напали на меня. Заберите станцию. Оно все заканчивается-то. Говно, так. Никаких тут зверей больше нет. Так, блядь, давай быстрей. Локатор. Блин, это моя... Оказывается, все тут было, блин, а я все заново делал. Ну ладно. Опыта набрали зато. Ну чё, что здесь? Так, чё он? Блин, а чё за фрезы такие? Вот здесь медведи были где-то. Короче, два медведя, два волка. Оттуда прибежали, откуда-то взяли и качали мне. По самой не балуйся. Так, чё у нас там по карте? Где мы? Сюда и сюда. Чё, тогда предлагаю выдвинуться на точку пока.
Так, мы рожи куда смотрим-то? А, то есть это где-то там, да? Так, если прямо идти туда. Ну, пойдемте. Я предлагаю, если что, в это врежем. Все мы крутые перцы, короче. Арбузы можно взять. А чё, подожди. Блин, ну это, наверное, нам не надо. Конечно, блядь, ради арбуза. Да, что это? Сырое мясо. И арбузик. Блин, арбуз катился. Бляха. Почему нет места? Чего у меня? Только что было, блядь. А куда арбуз делся, блин? Я арбуз хочу. Арбузик взяли, две штучки. Господи, что ты меня пугаешь-то, блин? Олень, сралень, блин. Так, идем дальше. На миссию. Так, подожди, эти деревья я не ломал. Что это? Это может быть этот ураган? Так, тут кукуруза есть. Так, мы идем сюда. Куда туда идти? Надо попить, наверное, воды, да, мне нужно попить. Вообще нужно держаться воды в случае нападения медведя, можно нырнуть. Это. Так, снаряжение. Там 26 кислорода, добавим еще. Еще надо набрать. Блин, погода хорошая, так, сколько оксид набрать. Надо двигаться, там, я думаю, тоже есть. Хотя не факт, что нам ждет впереди. Короче, пока возьмем так. Попить воды нам надо. Так, семерочка. Семерочка. Так, арбузик еще вижу, арбузики, арбузики. Арбузик, это хорошо. Иди сюда, арбузик. Оп, две штучки взяли. Эти заросли я еще терпеть не могу. Ни хера не видно, кто здесь, когда здесь, откуда здесь, зачем здесь так. Ой, блин, ну это шлангать туда. Не дай бог еще в пещеру какую-нибудь сканировать. Сам приедешь сюда с Сэм и будешь сканировать это дерьмо. Надеюсь, не наверх нам надо. Там серый оксид. Так, олени, хорошо. А где мы, блин? Так, нам получается за эту гору куда-то идти надо. Или на гору. Пошел нахер, кто здесь? Не, нам, походу, дело туда куда-то прямо. Блин, нужно огибать этот хребет, эти скалы. Туда вниз. Так, ты кто?
Я как поживать, что ли, пока? Что ты, блядь, такое? Ну, это... Кто? Понятно, кто ты. Что, убираем? Так, подожди. Шкура, зеленый чай, зачем она? Это мясо можно будет взять. Так, пятерка. Косточки там тоже пригодятся. Так, это нам будет, надо будет сделать нам с вами это. Так. Костяной нож, костяной этот. Так. Семерочка не так выручил, смотри-ка. Но если на... Так, а что у нас там по энергии? Вроде нормально. Так, вот такие синие камешки нужно собирать, удобно, сразу же. Были у нас сами. Бляха, вот так и думал, тупик какой-нибудь. Если прыгать, можно хребет сломать. Блин. Дед срамно. Так, арбузики вижу. Что такое? Волк. Ну-ка. Я нашел что? Где он был-то, блин? Видел же его только что. Так, семерочку сделал. У меня там это, училочка такая модная. Так, арбузик. Арбузик. Хорошо. Арбузик. И рузик, короче, какой-то. Непонятно, что там было. По всей карте так раскидывает. Время 23 часа, но в принципе нормально. Вода у нас все есть с вами. Отлично. То есть, как я понял, они приземляются в определенную точку, и тебе нужно двигать дальше. С голой жопы ты идешь или с чем? Никого не волнует. Так, ну почти на точке с вами. Я тоже хищник. Ты кто? Ты, сука. На, сука. Ролик. На, сука. Нам нужно делать этот пальник. Ядрен батон. Что так? Такой спуск, что ли? Мы почти на точке, она, видимо, где-то там, да? Кто носится?
семерочку сделаю, семерочку. Где нафиг? Я жрачки до хера. Погнал. Быстренько. В воде. Прям плюхнусь в воду быстро. Мысливость израсходована. Так. Пить. Так, что по времени? Ладно, дойдемте до точки. Ну так, прилично, в принципе, идти. Хотя по игровой меркам, наверное, не сильно далеко. Посмотри, кто там плавает. Ах ты. Рыбка, да, моя любимая? Ах ты, подлюка. Ты играл морской бой советский. Вот умеет стрелять из лука. Блин, она еще где-то там. К семерку. Ролик вижу, так нужно смотреться. Нам туда, короче, куда-то. Короче, ставим этот радар и можно сваливать оттуда. Господи, крупный олень, иди отсюда. Так, чё, где мы? Ну и где? Угу, вижу. Может, до включения что-то сделать в плане? Господи, что ты меня пугаешь-то? Типа залезть в эту? Ну ладно, предлагаю тогда на этом закончить. Продолжим в следующей серии. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на Twitter, на паблик. Ссылка на плейлист будет в описании. Также не забывайте про все уведомления, колокольчики. Главное, берегите себя и пока.